Всем привет! В прошлом видео я показывал, как можно легко и быстро сделать вот такой вот лепесток для вращающейся блесны. Если кто не видел, сейчас вот здесь вот вверху появится ссылочка. Также она будет в описании. Ну а сейчас покажу, наверное, самый простой способ, как можно сделать отлично уловистую блесну. Также, наверное, за несколько минут. Тут ничего сложного нету. Берем джиг-головку. Размер тут уже можно подбирать самостоятельно. Я вот буду делать из такой маленькой. Крючок здесь идет цельный, вот так вот загнутый, так что смело вот эту вот часть отделяем. Она нам здесь не нужна. Вот это вот и будет наша блесенка. В лепестке шилом чуть-чуть наискосок прокалываем отверстие. И чуть-чуть вот так вот подгибаем. Далее берем пару бусинок с большим внутренним отверстием, чтобы они спокойно налазили на вот этот вот крючок. Сперва одеваем одну бусинку, затем лепесток. Обратите внимание, я здесь не стал делать вот эту вот скобочку, потому что джиг-головка маленькая, и чтобы она не цеплялась, мне надо, чтобы она проходила выше джала. То есть одеваем лепесток. Он должен быть выпуклой частью вверху. Затем одеваем еще одну бусинку. Вот такая вот конструкция получилась. Дальше при желании можно одеть либо силиконовую приманку любую, либо кусочек утеплителя, пробки, плотный пенопласт, ну и так далее. Там это уже у кого что окажется под рукой. Я буду использовать вот такой вот материал. Таким вот образом заострил трубочку краешек с помощью напильника. Мне надо теперь вырезать небольшой кусочек. Такая вот бабушечка получилась. Теперь ее одеваем через жало. Немного поджимаем вот эти шарики, бусинки. Ну вот и все, друзья, практически блесна готова. На хвостик также можно сделать какую-нибудь опушку. Это также уже у каждого там, что под рукой попадется. Я вот сделаю, это вот старый провод от зарядки. Ну как раз вот очень хорошая такая вот наружная изоляция. Краешек можно распушить и отрезать. С другой стороны, чтобы он не распушался дальше, подплавляем зажигалкой. Обратите внимание, сильно плотно нельзя поджимать вот эти вот бусинки, чтобы было небольшое расстояние, примерно миллиметр-полтора. Ну а здесь уже можно зафиксировать. Сделал вот такую прибамбасину себе. Кстати, очень часто она помогает. В принципе, видео не стал снимать, потому что роликов и так полно в интернете, как такие штуки делаются. Подматываем. Здесь у меня на катушке тонкая медная проволока, но также можно использовать любую нитки. Это все, друзья. Самая простая блесна у нас готова. Как вы могли убедиться, потратил я на ее изготовление минут 5, может быть, от силы. Работает она очень хорошо. Так что, если кому-то понравилось, берите на заметку. Ну и еще хочу сказать, возможно, в конце этой недели у нас могут в РФ заблокировать YouTube. Если вы не хотите потерять со мной связь, у меня еще есть группа ВКонтакте про рыболовные самоделки. Также есть канал на Яндекс.Дзене. Ссылочки будут под видео. Итак, всем спасибо за просмотр и надеюсь до новых встреч.